Любовь к трем шишконасам. Так и знала. Подсунули мне поддельные семена. Только у нас сногсшибательный шишконас. Очень сногсшибательный. Я с ног сбилась его поливать, а он не растет. Вот я вам сейчас фантастический минус поставлю. Пиля! Что ты там еще расколотил? Ну, наконец-то! Вылупился! Пиля, ты что, шишконасы любишь? Ого, кто-то влюбился! И сейчас улетит на море любви. Пиля, не смей! Надо срочно спасти Пилю. Спасти с моря любви? Да, пока он там не наделал глупостей. Какая разница, где он их наделает? Так, попасть на море любви. Мостов нет, туннелей нет. Только испытав любовь. Ок, как испытать любовь? Любовь — это большое и чистое чувство. К чему мне эта теория? В интернете одна копипаста. О, какая паста? Одно и то же там. Полноценная информация в книгах. Ласточки, лимоны, люстры и любовь. Вот, любовь — это большое и чистое чувство, состоит из множества компонентов. Ага. Будем взбивать любовный коктейль. Саня, читай. Сначала возникает интерес. Берем интересную морковь. Ощущение, что вы похожи. Ага. Масло зеркального подсолнуха. Затем идеализация. Это что такое? Глупость. Пиля не смущает, что объект его любви – шишконас. Берем идеальную розу. И тут же приходит нежность. Нежный ландыш. Взбиваем. Привет, парни! А мы тут любовь замешиваем. Любовь – это печаль. Точно! Пара капель грустной водички не помешает. Может, еще глоточек? Невкусное. Не поможет. Нужно искреннее чувство, чтобы летать на крыльях любви. Я бы полетела на крыльях любви, но сейчас я испытываю исключительно раздражение. Глупое животное, это же надо влюбиться в шишконас. А по-моему, ты испытываешь ревность. Это, кстати, тоже составляющая любви. Да я уже все собрала. Чего еще не хватает? Ну, вообще-то, уважение. К кому? К Пиле или к шишконасам? И к Пиле, и к его любви. Илечка такой трогательный. Я бы на месте этого болвана шишконаса давно бы уже превратилась в принцессу. Ну, если ему там так хорошо, пусть остается. Будем выходить на видеосвязь иногда. Опять любовь. Готовится перелет на лучший в мире курорт. Мансай! Великая сила любви. Пилечка. Пилечка. Что, Пилечка? Тяжела безответная любовь. Хочешь домой? Не волнуйся, Пилечка. Я научу тебя любить шишконасы. Любовь – это забота. Растения нужно поливать. Умница, Пиля! Я уж подумал, что вы так и будете теперь жить на море любви с шишконасами. Ну уж нет, никакие шишконасы не разлучат нас. Потому что мы – мальчики! Пара лол.
Вот. Небесный жемчуг. Ух ты, небесный жемчуг. Это мне, да? Вообще-то, Лоля. А тебе вот. Ягодный браслет. А Лоле из небесной жемчужной. Нечестно. Лоле жемчуг, а мне мусор. Дочки небесные, где я? О, в плену. Как романтично. Ух ты, волшебная ракушка. Отпусти меня, двуногая рыба. Я исполню три твоих желания. Сама ты рыба. Что, правда три? Одного хватит. Хочу быть Лолой. Это кто? А, неважно. Закрой глаза. Представь эту твою рыбу. Очуметь! Привет, я Лола. Мансай! Привет, я Лола. Давайте мне подарок. С Лолой что-то не то. Не поймешь этих девочек. Лола, поздравляю. Мы вдвоем поздравляем. Это что за самозванка? Сама ты кисломанка. С обеими Лолами что-то не то. Девчонок не разберешь. Девочки, не ссорьтесь. Разберемся, кто есть кто. Привет. То есть я Лола. И задачка. Лучше проверьте нас ботаникой. Гениально! Это я сейчас. У меня срочное дело. Просыпайся. У меня еще одно желание. Хочу шарить в ботанике. Пожалуйста. Так-так-так. Это что за цветочек? Это не цветочек, это гриб. Черный грусть. Растет на острове уныния. Условно съедобен, вызывает апатию. Ага. Ты кое-что забыла. Он также стимулирует стихосложение. Маленький кусок грибочка – поэтическая строчка. А большой кусок гриба – будь поэтом навсегда. Ну давайте. Сюда. Вот кто точно знает, где настоящая Лола. С днем рождения, Лола! Держи. Спасибо, друзья. Приглашаю вас на торт. И ты приходи, самозванка. Сама ты самобранка. Это вообще нечестно. Лоле еще и день рождения, а мне ничего. Как это ничего? Тебе путешествие на болото зависти. Нет! Лола то, Лола сё, а меня на болото. Это я что же, застряла? Ужас! А все потому, что Лоле позавидовала. Она ведь такая красивая. В ботанике шарит. И все ее любят. Даже я. Восхитительный гландыш. А ну-ка. Блюм очень умный и сильный. А Рей такой смелый, ничего не боится. Я их всех люблю. Очень я добрая была. Волшебная ракушка, у меня последнее желание. Хочу обратно быть собой. Легко. Получилось! Зависти конец. Мосик молодец. Телепортация домой. Привет, Саня, наконец-то! С днем рождения, Лола! Саня, спасибо! Какие цветы! Никогда таких не видела! Это гландыши! Похитительные или хохотительные? Ботанику надо было оставить. Кстати, куда делась вторая Лола? И вообще, откуда взялась? А это загадка природы. Ah!
Это Пиля телескоп. А? Будем звезды рассматривать. Погоди, самое главное осталось. Так, нет, вот так. Понимаешь, точность нужна. Десятая часть миллиметра, ну туда. Да что ж такое? Эх, все, утром поставлю на свежую голову. Барашки от бессонницы. Доброе утро! Блин, просыпайся! Я и не спал. Бессонница. Бессонница? От нее барашки помогают. Они через забор прыгают, а ты считаешь. Раз барашек, два барашек, три барашек. Где их взять? Придумать. Они это, соображаемые. Саня, нарисуй мне этих барашков. У меня с воображением плохо, а спать очень хочется. Запросто. Палка-палка, огурчик получается. Кузнечик. Ноги слишком длинные. Рожки-ушки, голова, шея-брюшко. Худоба. Как такой тощий прыгать будет? Устанет сразу. Пухля-пухля, ножки-шея, голова, два уха. Ну что это за уши? Это же крылья, а не уши. Голова, глаза и шея, грудь, нога. Ноги кривые, спотыкаться. Да, это идеальный барашек. Спасибо, Саня. А как он будет прыгать? Он же в ящике. Куда ты? Упадешь, глупый. Ух ты! Барашки, стойте! Я о вас позабочусь. Вот. Вот оно что, голодные были. Ешьте, барашки. Они даже есть не умеют. Спокойно, барашки, я вам помогу когда-нибудь. Блюм, уже спишь? Заснешь с ними. Все время спасать приходится. Еще бы, они же недоделанные. Как я сам не догадался. А, Саня, дорисуй их. Это можно, но учти, идеально не получится. Пусть, я на все согласен. Этот будет очень быстрым. Назову его Олежкой. А этот все равно худой. Он стройный и гибкий. Этот лопоухий. Значит, хорошо слышит. Вторые ноги тоже придется кривыми сделать. Главное, чтобы их было четыре. Вставай, глупышка. Теперь получится. Все. Еще один остался. Самый идеальный. Ой, это козлик. Давай его перерисую. Не надо. Я его и такого люблю. Эй, барашки и козлик, учимся прыгать через забор. Кривоват заборчик, Блюм. Главное, что он есть. Десятая сюда, десятая туда. Главное доделать, а там можно исправлять. Утром на свежую голову. Монсик года. Вот.
Вот. А, Мансай. Блюм, запомни этот день! Мы станем его героями! Конкурс Монти года! Думаешь, у меня есть шанс? Легко! Я позирую, ты снимаешь. И знакомьтесь, Монсик года! Девчонкам не говори, смеяться будут. Да, это весело. У меня есть реквизит. Тебе пойдет. А я буду героическим портретом. Тук-тук. Ну где ты там? Страх акул. Опасная зверюга. Чуть меня не сожрал. Но я быстрее и сильнее. Снимай! Ну как, я красавчик? Ага, похож на девчонку с собачкой. Ну кто так снимает, а? Подрос и пострашнел. Снимай. А вот это ничего. Кто ж так снимает? Эй, стоять бояться! Трус! Без него обойдемся. Ага, нашел. Герою реквизит не нужен. Давай. Уши. Стена какая-то негероическая. Пошли отсюда. Я вишу, ты снимаешь. Готов? Поехали. Нет, это не годится. Идем дальше. Героический пробег по мосту. Стой здесь. Я бегу, волосы назад. Ты тоже не тормози. Разбег. Что? А, погнали! О! Лола, смотри, это же Рэй! А вот еще один! Что здесь произошло? Загадка! За дело берется детектив Соня! Так-так... А, улики! А вот еще! Так, все элементарно! Рэй поймал монстра! Монстр оборвал поводок и напал! Ой-ой-ой! У Рэя от страха выросли уши! Он прыгнул в пропасть, и у него оторвались ноги! Или руки! Точно! Все проще! Рэй снимался для конкурса «Монсик года»! Рэй, поймай его! Ловушка дома осталась! Мне страшно! А эта мысль! Испугаемся как следует и улетим в лабиринты страха! Только не это! Оттуда до дома уже рукой подать! Рэй! Блюм! Девочки, спасайте! Нет! Они над нами смеяться будут! Раньше ты этого не боялся! Это не страх акул! Это страх показаться смешным! И прости, Рэй, он твой! Я ничего не боюсь! Слышишь, страшила? Я иду к тебе! Реквизит забыл. Ты чего? Ай! Так его, Рэй! Пусть лопнет со смеху. Ну что, малютка, пора домой в лабиринты. Бух! Рэй, я все снял. Ну-ка. Ну все, конкурс наш! Гармония восстановлена. Телепортация домой. Мансай! Наконец-то! Где были? Где-где? На подвигах. На конкурс отправим. Молчи, ничего не говори. На этот? Мы уже отправили. Ваши фотографии. Нет! Меня почта пришла! Победителями конкурса «Монсик года» стали Рэй и Блюм за лучшее чувство юмора. Мы выиграли? Конечно! Ведь мы... Монсик!